Здравствуйте. Меня зовут Сергей Карабашев, я из Москвы. Я в Израиле в третий раз. Еще раз с удовольствием посетил старый город. Впечатление – это такая удивительная смесь действительно очень интересных археологических, исторических мест, фактов, предметов, а также, скажем так, туристического балагана. К сожалению, в основном сверху видно то, что для туристов, но вот хотелось бы поглубже окунуться в археологию, историю и так далее, когда и если будет время. Ты первый раз в Израиле, в Иерусалиме. Тоже, соответственно, в общем-то, экскурсия понравилась. Достаточно много интересного, но дело в том, что чувство немножко неудовлетворенности, потому что просто невозможно объять необъятное. Хотя экскурсовод очень хороший. Спасибо. Спасибо.